Привет, это Реборн! У Найса вышел новый ролик, и это немножечко неожиданно, потому что предыдущий у него выходил пару дней назад всего лишь, а обычно мы его новых видосов ждем примерно по месяц. И, если честно, мне это очень нравится, потому что у него все видосики классненькие, офигенные анимации, шикарные, ржачные, короче, вы поняли, как я Найса люблю. Ролик называется «Это было мое последнее сальто». Что-то как-то грустненько немножечко звучит. Давайте посмотрим, думаю, будет весело, а не грустно, как обычно. Погнали! Паркур всегда останется в моем сердце, как так. То время, когда я мог откинуться разными веселыми способами. Залететь под колеса машины, нанизиться на какую-нибудь сочную арматурину, переломаться во всех местах, и все это исполняя какой-нибудь элемент. Акробатики для умственно одаренных ребят. Да, ну каким-то чудом я все еще цел. Ну что тут скажешь? Может, ты реально кукла? Я просто похлопаю. Хороший мем. Так. Ну почему теперь у всех паркур с ассасином ассоциируется, а не с принцем Перси? Ну ё-моё, потерянное поколение. О, мост монтов. Шикарно, драк. Мексиканский Найс. А, нет, это не Найс. Видимо, ему понравилось. Ситуации, связанные с паркуром, у меня в жизни были и куда менее опасные, чем обычно. Но зато такие ситуации по степени тупости прям как дед завещал. Так. Делай всегда тупую херню, а то мало ли лет через 10 ты станешь блогером, который будет все это рассказывать. Дед-то как в воду глядел. Дед? Нет, 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 печально. Дед, нет, Дуля, нет, давай вставай. Да он просто заснул, наверное. Вставай, дедуля, только не ложись спать. Еще 3 литра осталось, я уже один не справлюсь. Слишком поздно, бабка на подходе, а я уже в говно. Кто взял мою настойку? Восхитительно! Просто надо последнего сальто делать нормально, я так и не научился, хотя старался изо всех. А ненормально умеешь? Это как, на голову? Иногда, я бы даже сказал, очень редко у меня получалось. Ну-ка. И очень даже хорошо. Фига себе. Пацаны, пацаны, вы видели? У меня получилось. Вообще молодец. Получается у вас действительно. Блин, закон подлости. И в этом как раз и проблема. Никто не видел, чтобы у меня получалось хоть раз. Че, ни разу прям? И никогда. Ну конечно, когда я по 100 раз падал на жопу у всех на глазах, на это уже смысла смотреть не было. Это-то понятно. Но вопрос в другом. С чего начинается World of Tanks? А, вспомнил. World of Tanks? Я не знаю, я не задавался таким вопросом. Скорее в бой. Так. И вот как-то раз мы шли с пацанами, как обычно, куда-нибудь попрыгать, где есть какая-нибудь возвышенность в виде песка, и я такой думаю. Я хочу шутить. Так. Как кекти. Погнали. Я чуть позамедлился, идя позади пацанов, пошоркал ногами, так. Подпрыгнул, немножко пошатался и со словами «Ууу, нифига себе! Я сейчас такую сальтуху с места замутил! Так. Эх, это надо было видеть! Эх, жалко, что вы не видели!» Мне кажется, никто не поверил. Конечно. Ты еще что ты сделал? Может быть, платье сшил мне на выпускной? Да. Оденешь? Да. Ты же сам просил. Шикарно! Тише, тише, ты, братанчик, ты что, уходишь в натуре? Ты же обещал никому не говорить. Ну ё-моё, ты что, уходишь в натуре? Могилу меня... Так ты же все равно его оденешь, и все увидят. Ну все, харе валати, ребит, пойдемте. А, вот и принц Перси! Ну неужели? Спать песок. Стойте! Блин. В самый неподходящий момент на горизонте появился еще один другаленок. Мастер паркура! Да? Фига он. Назовем его Эрнесто. Он шел в нашу сторону. Почему Эрнесто? Заткнитесь. И знаете, что он сказал? Ну что, посмотрим? Да ты долго говоришь, я ничего не понимаю.
Да, пацаны, это была самая лучшая сальтуха, которую я когда-либо видел. Реально жалко вас. Я до сих бедняга. Пор не знаю, зачем он это сказал. А, это он типа про Найса? Подснимал. Либо он сам ничего не видел и хотел просто поддержать разговор, либо он был просто хорошим другом или плохим другом, я не знаю, но он после этого ушел. А давайте тогда попрыгаем за заводом, там и покажешь свою сальтуху. Раз... Почему за заводом, а не на песке? Там песок, просто сок из носок, как настроение сосок. Раунд! Бедный чувак, все харчки ему достаются. Чё? Не-не-не-не-не. Больше мне не получится, это было только один раз в жизни. Я чё-то подустал, наверное, пойду я лучше домой. Спать! Ты же в курсе, что мы сюда час шли? И ты, получается, после часового молчания решил сказать об этом сейчас? Ну, получается, что так. Смешно же? Нет. Это охеренно. Песок за заводом — это большая горка и маленькая горка на метра три ниже. Фига. Ну а что тут сказать? Уважение пацанов дороже целых костей? Получается, что так? Я в последний раз подумал о играх, которые еще не прошел, о школе, я не подумал, о песне, которого я больше не поглажу. Говоря это сейчас, я понимаю, насколько это тупо звучит, потому что не все знают, что моего кота звали Пися. Если что, я сразу об этом и подумал. Да, так же, как и все вы. Это шикарно. Собрав последнюю волю в кулак, я прыгаю. Да ладно. Я серьезно. Ну да, мы видим. Бля. Я в свободном полете, как ни странно, захотел вернуться домой целым. Но, видимо, так. Наполовину. Потому что не выпрямиться, чтобы встать на ноги, не докрутиться, чтобы упасть на жопу. Я ничего этого не сделал. Я просто летел шпалой под углом 180 градусов. И... Ютуб, не бей, все живы. Чтобы... Окончательно Ютуб понял, что все хорошо. Я, как сливочная маслица, собрался расплавиться на маленькой горке. Корочки. И... О, как мне комфортно! Как приятно, боже! Боли в спине прошли! Я чувствую свою руку! Я чувствую ее как обычно! Я обожаю его! А, так рад, что я жив и здоров! Сейчас бы пельменей! Потихоньку в глазах появляется песок, я медленно переворачиваюсь и с трудом, видя охреневшего Андрея, понимаю, что надо как-то выкрутиться, а то как-то нелепо. Ну что, классно, я вас приколол. Но ты секунд 10 вообще не двигался, но... Шикарный друг. Шутку понял. Смешно. Так. Приятно слышать. Ну давай уже залезай к нам, братанчик. Покажи нам качественную так. Сальтуху. Так. О, слава богу, не по нему. Да не, пойду я, наверное, домой так. Сначала покушаю там, пельменов. Ну слушай, как покушаешь, приходи и покажи нам, в натуре класс. Это часа три вам будет придется ждать, потому что час обратно, час туда, еще час кушать. И вообще не приду, я устал. Ну конечно же, я покажу класс прямо так. Сейчас. Да чтобы я еще раз попробовал сделать сальто. Как тебе такое? Это шикарно. Так. Нет, не хочу. Кто там? Это Андрюша. Кто? А Артём выйдет? Нет, никогда больше жизни не видит. Артём, он пошел делать всякие взрослые дела, налоги, акции, может быть, биржи. А, да? Ну, это похоже на него. Ну, он... Да, любил заниматься всякой хероборой. Почему хероборы? Деньги зарабатывает. Красавчик. Блин, шикарно вообще. Ролик да, великолепный. Было круто. Так. Возможно, не всегда или никогда, но было круто. Ну давайте просто сделаем вывод из этой нелегкой ситуации. Так. Не надо шутить. Шутка. Просто будьте осторожнее, если паркурить, лады? И это говорит Найс, не надо шутить на протяжении всего ролика шутя. Да? Да? Ну все. Спасибо за просмотр, амиго. Восхитительно. Канала, ты мог... Это просто офигенно, как и обычно. Я, блин, весь ролик угорал. У меня слезы до сих пор на глазах, блин, от этого смеха.
Обожаю Найса, обожаю так, как он делает свой контент. Это просто реально эпично. Шикарный рисунок, офигенный юмор. Это самое главное, прям, я не знаю. Это классно. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.